Приветствую вас, друзья, на моем канале. Меня зовут Наталья, и сегодняшний гость моего разбора, тест-драйва, знакомство с новинкой, это очищающий бальзам из серии Wand. В своей видео по распаковке заказа я уже показывала, сегодня здесь я поговорю о нем детально. Итак, идет вот в такой бумажной коробочке, лаконичная, ничего лишнего нету. Вот такая туба. Так она выглядит. Объем у нее 150 миллилитров. Веганский значок, как видите. Потому что вся продукция Wand – это веганская продукция. То есть для тех, кто любит все натуральное, без вредных ингредиентов, без всего того плохого, от чего мы хотим отойти. То есть здесь все полезное для кожи. И причем можно пользоваться, начиная прям совсем для молодой кожи. Я бы даже порекомендовала ее, начиная прям с 14 лет, не с 19, как Oriflame заявляет, что эта серия рекомендована, начиная с 19 лет. Лично я, по своим ощущениям, могу смело рекомендовать ее, начиная с 14-15 лет, с подросткового, потому что настолько щадящие текстуры, настолько приятные текстуры, и тем более веганская текстура. Ну, здесь ничего плохого нету, кроме как польза для кожи, для увлажнения ее, для ухода, для правильного ухода. Поэтому сегодняшний разбор будет по этому очищающему бальзаму из серии Wand. Что самое интересное, здесь бальзамчики в этом. Здесь присутствует редкостное масло купуасу, которое содержится одним из ингредиентов нашей замечательной масочки серии Novage. Здесь масло купуасу также есть. И это прям вот, знаете, такой ингредиент, который мега увлажняет кожу и удерживает влагу. То есть в нашей коже вот такие полезные свойства этого редкостного масла купуасу, которое используется в косметике. И у нас в нашем арсенале появился второй продукт, в котором это есть. Это очищающий бальзам. Здесь ночная маска, которая увлажняет, мега увлажняет. Да, как мы ее еще называем, масочка для Золушки. А это у нас бальзамчик. Итак, проверим тест-драйв. Что заявляет производитель? Что этот очищающий бальзам мгновенно растапливает макияж. Макияж, который есть на вашем лице. Стойкий макияж. И я, конечно же, когда прочитала это на страницах каталога, когда здесь написано, что макияж буквально тает под воздействием этого бальзама, я сразу же, естественно, сделала тест-драйв и вам показываю, как это... Далее в видео, как я это протестировала, потому что сейчас осень, и у меня на лице ежедневно я использую стойкий тональный крем из Oriflame. Я мешаю, там у меня комбинация между тональными кремами, и добавляю вот именно матирующий. То есть они стойкие. Стойкая тушь, стойкие тени, подводка стойкая. И давайте же мы сейчас посмотрим видео, как справиться с этим, скажем так, очень трудным для обычного снятия макияжа это средство. Итак, смотрим. Смотрим, что из этого получилось. Справиться или не справиться. Давайте заглянем, посмотрим. Без прикрас. Итак, на сухую кожу лица мы наносим средство Wand для того, чтобы снять макияж. У меня и тональный крем, и глаза накрашены. Мы сейчас с вами проверим, справится ли это средство как раз-таки для удаления стойкого макияжа. Вот такой консистенции. И мы с вами будем наносить на кожу лица. На сухую кожу лица наносится и растирается. По-быстренькому. Приятная консистенция. И вот это маслице как раз-таки и должно
растопить наш стойкий макияж, то бишь снять его, подобие как гидрофильное масло. То есть мы сначала массируем, а потом водичкой смываем. Обязательно добавляем воду. Очень хорошо растирается. Вот оно прям, знаете, оно прям тает. Тает, тает, тает на коже. Действительно растапливает, тает. В отличие от гидрофильного масла, оно другое. А немного по-другому ведет себя на коже. И, ну, прям такое мягенькое. Видите, как жирненькое, мягенькое. Я очень люблю гидрофильное масло. Поэтому здесь мне вообще супер комфортно. Ну и попробуем снять макияж с глаз. Просто попробуем. Я не знаю, сработает это или не сработает. Вот просто попробуем, растопим. Надеюсь, что вот так. Видите, какое оно жирненькое. Это вот на коже. Такое вот на коже оно жирненькое. И давайте посмотрим, что же у нас будет. Что же у нас будет с глазами. Хотелось бы мне. Наносим на... Растираем аккуратненько. А, в глаз попало. Смотрите, что есть. Она действительно растапливает. Но вот это все надо делать очень-очень аккуратно, потому что, попадая в глаз, оно щипет. Ой, не могу открыть. Слушайте, но растапливает. Вот если так вот закрытыми глазами, видите, то есть всю тушь она убирает. Шикарно. Шикарное средство. Пошла я умываться, потому что у меня сильно щипит глаз. Итак, мы с вами посмотрели реальный тест-драйв. Реальное мое впечатление и как вообще он справляется. Сейчас дополнительно покажу вот эту кремообразную консистенцию. Вот она, нежнейшая консистенция. Идет вот эта маслица. Слушайте, я в восторге. Я правда в восторге. Это лучше даже гидрофильного масла. На мой взгляд, по моим ощущениям, это лучше гидрофильного масла. Действительно растапливает на раз, два, три. Макияж. Очень мягкое, очень мягкое. Такое вот маслице, которое... растапливает действительно макияж, потом мы его смачиваем водой, умываемся. А самый завершающий, скажем так, плюс, огромный плюс, это увлажненная кожа. Слушайте, после него не нужно, ну, даже тоником пользоваться. Можно долго. Обычно, когда там гелем нанесешь на лицо, смоешь, и такое вот ощущение все-таки небольшой стянутости есть. Вот здесь этого нету. Я так думаю, что это благодаря вот этому маслу купуасу, которое увлажняет, и которое вот эта технология, которая использована во всей серии Want, она удерживает влагу в коже на длительное время. То есть постепенно она высвобождается из кожи, и она такой невидимой пленкой, но она очень комфортная. Поверьте, эта пленочка, это вот не то, как, знаете, растительным маслом намазать лицо, и мы понимаем, что ого, вот эта пленка-то пленка на лице, а это вот она невидимая, это вот какая-то супертехнология, которая позволяет удерживать и настолько комфортно лицу после этих продуктов, что даже мое возрастное лицо, возрастная кожа, я с удовольствием. Вот именно этот продукт я с удовольствием рекомендую. Да, у меня не зашла очищающая маска, которая вот разогревающая. У меня есть видео, я сюда сейчас включу. Я по-честному сказала, что я ее не поняла. Этот продукт, он просто шикарный. Просто шикарный, я в него влюбилась. И он действительно, на мой взгляд, лучше даже гидрофильного масла, к которому я так привыкла очищать стойкий
макияж, а теперь вот у меня есть вот такое волшебное средство, которое заменяет гидрофильное масло, потому что не каждый понимает и воспринимает гидрофильное масло для себя, потому что все-таки это масло, какое бы оно ни было, это масло. И есть там вот эта пленочка от гидрофильного масла, которая многих раздражает, поэтому они отказываются от него. Здесь такого нету. Вот в этом бальзаме такого нету, поэтому я рекомендую. А вам попробуйте, сравните, это действительно лучше гидрофильного масла. Вот это действительно шикарнейший продукт на сегодняшний день для меня, которым я буду пользоваться взамен. У меня вот закончилось гидрофильное масло, сейчас я его начала использовать, я в восторге. Все, на сегодня все. До новых встреч, пока-пока.